А если вы смотрите это видео, то вы попали на бой, когда с вами Дрейв Пэрри. Добро пожаловать обратно в Искателя Парк Если Чудес. Тебе нужна помощь, щелкни знак вопроса в верхнем правом углу. Мне не нужно, но поэтому... Это очень сложная довольно игра, мы только по одной серии буду снимать на каждый уровень, и давайте мы начнем. Дальше, второй. Я ищу черепаху, не понимаю, как тут найти... хвоста, пасть медведя и тень морского конька. Лодку с двумя парусами, фонарик, свечу, трость, свинью и вот... Свинью! Я уж свинью нашел. Вот же она. Свинья. Черепаху. Я все, игра слышно. Воу. Черепаха. Два слоновых хвоста. Один слоновый хвост. Фига тут звуки. Два слоновых хвоста. Пасть медведя. Ну, это проще. Та вообще трудно было. Пасть медведя. И тень морского конька. Вот она. Тень морского лодка конька. Лодка с двумя парусами. Вот она. А, нет, вот она. Лодка с двумя парусами. А, ну сразу показываешь ты. Смотри. Сейчас найдем фонарик. Вот он. Ой, да, он сразу отображает. Фонарик. Свечу. Я свечу. Говорит свеча. Свеча. Трость. Не, ну это было легко. Трость. В воздухе шарик. Вверх подняв свою шляпу, мужчина стоит. Может быть, он билетик тебе одолжит? Да хрен тебе, он скажет. Иди сам купи себе билет. Мелкий придурок. Чё, воруешь билет чужие, а? 11 штук надо набрать. Второй билет. Ура. Ладно, давай все-таки вторую какую-нибудь... А чё, у меня больше ничего нет. А назад как-то можно? Ну, если я все нашел уже, Эй! Эта загадка уже разгадана. Чтобы вернуться в Парк Чудес и выбрать другую загадку, щелкни стрелочку в правом нижнем... А-а-а! Тут стрелки есть! Да ладно! Смотри! Обалдеть! Вау! А тут много, слушай, загадок-то будет. Ну, 11 загадок-то я понял. Ждать сюда. Я ищу 4. Повторюсь, я в эту игру не играл никогда, поэтому впервые смотримся. Первый взгляд. А еще же второй. Две пятерки в кольце, хвост крупного кролика и корону на короле. Вот же он, крупный кролик. Вот его хвост. Нет, значит вот этот. Нет, это его какашка, вот его хвост. Тоже не считается. Что же за говно? Ладно. Я ищу 4 четверки. Вау. Тут нет 4, тади 6. Одна четверка. Кто сказал, что они должны быть такие? Ой, это самолет из части Фантазера, который мы сами уже проходили. Мне кажется, тут музыка из этих. История игрушек. Жука полосатого. Жука, ребят. Жука. Угу. Жука еще не хватало найти. А если он вот здесь где-то, я ж не вижу них. У меня экран пыльный. Хоть как-то его вытереть надо. Чуть-чуть. Нет, краб упал. Ладно. Потом подниму. Так, жука. Нет, давайте начать. О, карта. Давайте начать читать. Вот, четверка. Ну, четверка. Блин, надо было это на следующей серии оставить. Ой, ни хрена себе, можно так делать. Да ну. А чё сразу-то не сказали, что две можно четверки так делать? Да я навожу, думаю, что за фигня.
Обалдеть, ну блин. 3/4. Игра-то более современная, она, по-моему, 2005-2006 года. Представляете? 4/4. Где-то все 2000... Начиная с 97-го, да, первый Искатель был по... Ну, в общем, всех, что мы играли, с 2001 по 2003 примерно. Так, что надо? Жука полосатого. Ну, сейчас-то мы все, бляха, найдем. Вот он, здоровый кролик. Хвост крупного кролика. Так, жука, говоришь? Ой, шарик. Не, жука не видно. А как я понял, что он полосатый? Это пингвин сожрал рыбу, смотри. Приз. А, я знаю, старая игрушка такая была. Ну вот, я же тебе говорю, отсылка. Игру, старая игрушка ушла в 2005, по-моему. Да, я искал тоже. 4/4. Скрытую монетку. Скрытую монетку. Ау. А, ура. Что это? Так, а вот же она. Какие-то позы тут немножко. Скрытая монетка. Обезьянка она была вот здесь, я помню. Вон она. 17 FPS, вы что, серьезно? На Искателе? Обезьянка. Давай-ка не шути со мной. О, 30, отлично. Ну, 20. 18. Чё за хреновина? Игра, давай это нормально. Вот он, жук. Касатку. Жук полосатый. Маленькую. Ну, специально маленькую сделали. Чтобы я найти не мог. Абракадабра. Маленькая касатка. 2 пятёрки в кольце. В каком кольце? Вы чё, долбанутый? Корона на короле. Корон-то нету. Корона на короле. Я думал, вернуть надо было. Но это было позже совсем. 2 пятёрки в кольце. А, ну вот же они. 1 пятёрка в кольце. И 2 пятёрка в кольце. 2 пятёрки в кольце. Маленькую касатку. Последняя. И, наверное, самая сложная. Касатка, покажитесь, пожалуйста, вам нужно выступать. Я такая сейчас сразу. Свежие пингвины подъехали. Куда их выгружать? Это должна сказать, типа, мне впасть. Ну, читай, я тебя не вижу, чтоб тебе впасть ты их. А, вот же она. Ну, реально приплыла, смотри. Такая, где? Корабль уплывает, до свидания. Ну вот все, дорогие друзья. Ищи домино, где 8 точек. Под ним билет найдешь, это точно. Считать я умею, поэтому это здесь. Еще понимаешь. Еще один билетик. Их уже 3. Осталось еще 8. Ну что ж, дорогие друзья, на этом все. С вами был RayFerse. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если понравилось это видео. Также обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не упустить новые интересные видео. Вступайте в группу ВКонтакте, следуйте по всем ссылкам в описании. И обязательно смотрите видео, показанные на экране. Всем удачи и всем пока.